Добрый день! Я Олег Зарецкий, я исполнительный директор компании Skyway GreenTech. И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома центра сертификации и тестирования Skyway. Весь центр сертификации и тестирования перед вами. Вы можете видеть завершенную первую линию, установленные промежуточные опоры второй линии, работы, которые ведутся по завершению инфраструктуры. Дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и протестированы уже. И что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии, которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи и высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шарджи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта, потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. И в принципе все готово к процедуре тестирования и сертификации Skyway Transport. Это Unicar. Он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе 4 мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротормозов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Unicar – это транспортное средство Skyway, которое будет двигаться на первой линии. Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда, промежуточные опоры и далее вторая анкерная опора, куда мы сейчас и проследуем. Мы находимся на второй анкерной опоре первой линии. И эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway. Можно увидеть высокую платформу для Unicar, низкую платформу для Юнимуса. И в целом данная анкерная опора тоже готова к процедуре сертификации и тестирования. Что не очень важно, потому что элементы транспортной системы включают также и оборудование станции, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. Вторая
трасса длиной 2 километра. Мы сейчас находимся на строительстве 4-й линии, которая пойдет в этом направлении. Если увидите, там в отдалении идут работы экскаваторные по фундаменту анкерной опоры 4-й линии. И здесь по этой линии идут работы по строительству 8 анкерных промежуточных опор. Соответственно, для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний «Шарджи» «Альферхактибир», которая гарантирует строительство и завершение 4-й линии в установленные сроки. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей. Global Star Club. Возможности безграничны.